Йоу-йоу-йоу, дамы и господа, всех приветствую на своем канале, у микрофона, как всегда, Рамзес. В сегодняшнем видеоролике мы продолжаем играть на серии под названием Зомби Вегас. Ребят, все ссылочки на него будут, как всегда, в описании. Снимаю видеоролик ночью, поэтому не такой уж большой онлайн. Днем здесь постоянно играют и выживают. Ребят, хотел бы вам сообщить, усаживайтесь поудобнее, потому что сейчас будет очень-очень-очень важная информация. Хотел бы вам сообщить, пацаны, что уже совсем-совсем скоро у меня будет новый контент на канале. Выйдут серии, то есть видосики по зомби-апокалипсису, то есть будет как сериал, фильм, то есть вам прям будет интересно смотреть. Поэтому, ребят, думаю, будет круто. Поэтому заходите на данный сервачок, будем вместе с вами здесь играть и, в принципе, выживать. Также скоро обновление на моих серверах уже подходит, к завершению, то есть доделаем. И вот-вот уже выйдут скоро видеоролик, также засниму. Ну, а пока что, ребят, вот, играем на этом классном зомби-сервачке под названием Zombie Vegas. Так, давайте, короче, закупим сразу же в бонус-меню мега-лазеры или электроток. Давайте, наверное, электроток. Это у нас получается пистолет вот этот, а вот это перчаточки. Все, понял, значит, у нас двойные вот такие, просто двойной урончик сейчас будет. Кстати, ребят, очень классная отдача, ой, вообще без отдачи здесь урончик классный, вообще, как по мне, очень-очень классный. Мы вот просто за секунду берем и убиваем, и на правую кнопку мыши есть способности какие-то, вот, зарядили что-то, и вот, можем выстреливать вот такими вот молниями. Классно, на самом деле, братишки, согласитесь. Так, а пистолетик это тоже такими вот молниями стреляет. Блин, зачетно, ребята, на самом деле. Поэтому жду вас всех на сервачке, повторяюсь. Так, все. Мы подцепили заразу. Предлагаю вам сейчас гранат вирусов закупить. Быстренько войти сюда. Ждать здесь людей. Парнишек, бешеного зомби закупим сразу же. Так, давай, братанчик. Опа. Ага, классно сделано. Так, все, пацаны, я молчу. Ага, и меня заразили, и инфекционка не сработала. Найс. Хотел вам инфекцию распространить, но не получилось, не фартануло, так сказать. Так, какое здесь самое дорогое оружие? Получается, ВСК-шка, кстати, пацаны, за 0 амопаков, совершенно бесплатно, доступно. Дальше у нас идет вот этот пулемет за 270 паков. И диск смерти самый дорогой, за 200 амопаков. Сейчас потестим урончики его, без задачи еще купим. Так, джетпак с базукой вот такой вот, если что, братишки. Так, почему-то мы не особо можем летать на нем. Давайте выстреливаем. Так, ты где, солнышко? Опа, все, вот. Сколько все по урончику снимает данный диск, пацаны? Я вот не знаю, без понятия. Опа, найс, тайминги офигенные. Так, все. Кстати, да, он неплохо снимает, братва. Нехило так по хпшечкам сносит. Вот мы выстреливаем, дальше идем вот так вот по красоте, тоже все делаем. М23 бронюшку главное закупать, чтобы все было good, и выстреливаем. Так, мы промахиваемся почему-то, как всегда, да, пацаны? Опа, все, вообще, ух ты, одного завалили, вот у этого мало хп остается по факту. Давайте сейчас добьем и этого зомбака. Ну, кстати, да, диск смерти — годная тема, пацаны, вот всем советую покупать его, потому что реально он того стоит. Вот, ну, как вы видите, типа зомбаков просто вот за пару секунд берем и уничтожаем. Так, братишка, давай-ка ты подойдешь сюда. Так, у нас 25 брони остается, нам нужно аккуратненько быть, пацаны, потому что нас могут завалить в любую секунду. Давайте. Давай, ну чё ж ты так тормозишь, блин. Давайте, братишки, сейчас мы вот так вот. Чё-то не срабатывает. Все, паутинка еще закончилась у нас. Давай, ну сработай ты нормально. Блин, чё ж ты будешь делать? Давайте сюда залетаем. Ух ты, 10 брони. Все, нас заразили. Ну, пацаны, сервачок реально прикольный. Вот цены на привилегии забыл вам показать. Сможете поставить на паузу, посмотреть. Все привилегии продаются только через онлайн-сайт bossks.ru. Заходите, играете. Конечно же, кто хочет, покупаете. Ну, на этой ноте я буду с вами прощаться. Всем спасибо за просмотр, пацаны. Ну, далее только качественнее и лучше контентик будет. Вот уже на днях будут новые обновки. Будет все годно, ребят. Новые сериальчики для вас подгоню, то есть по зомби-апокалипсису. Короче, будет пушка, реально. Поэтому, братишки,
Надеюсь на вашу поддержку. Ну а с вами был Рамзей Сидела. Всем хорошего настроения. Все ссылочки на сервачок в описании. Всем удачи, братва. Всем пока. Пока-пока-пока.